Господи, я немножечко хочу спать и устал, поэтому просто тебе пожелаю приятного просмотра, приятного аппетита, возьми как можно больше вкусняшек, но мы начинаем. А кто не поставит лайк, получит такого смачного трындюля. И получит он его чебуреком по попе. Эх, так что... Ох, вот оно легендарное место! Блин, как же круто! Я тут 100 лет не был! Забудешь, как выглядит все! Ну да, но сегодня придется вспомнить все свои навыки, все свои умения таксистов! Ну и, как говорится, челлендж начинается, погнали! А, стой! Подожди! А про правила? Ты не забыл про правила? Какие у нас правила-то, а? Да что ты как обезьяна? Ну, елки-палки, правила простые. Кто больше заработает денег за 24 часа, тот и победил. Все, поехали, стой! Давай! А второе правило! Ты что? Мы зарабатываем деньги без использования читов! Запомни это! Ну, конечно, без читов! Ты офигел, ты читерюга, У тебя лопарки нет, это нечестно было! А у тебя Rolls-Royce, блин, ты чё? На нём все катаются, даже бомжи катаются! Может, на Rolls-Royce? Ты чё, как, где ты видел бомжа на Rolls-Royce? Да каждый день катаются бомжи, вот Lamborghini бомжи точно не катаются, Паша! А Lamborghini это такси, это такая таксика, а ты читерюга, блин, взял! Да, какая такси? Rolls-Royce, бизнес-класс такси, а Lamborghini вообще не такси! Да ты вообще, ты офигеть, блин, взял самую дорогую тачку и хочешь меня поменять? Ладно, хорошо. Хорошо. Давай. Я на Lamborghini, а я на Rolls-Royce поеду. Посмотрим, кто больше клиентов соберет. Давай, лошок, я как раз не вижу первого клиента. Так, вот, здравствуйте, девушка. Смотрите, у вас шорты желтого цвета. Здравствуйте, он плохой таксист, иди ко мне. Да вы что? Нет, стой. Что это? Понял, Паша, да? Дайте дорогу. Вот уже хотите, садитесь ко мне. У нее вообще-то шорты были как Lamborghini. Ладно, хорошо, сейчас я. Ладно, возьмут, я вас завезу. О, здравствуйте, сэр, такси к вашим услугам. Lamborghini, да, можете... Да, такси, я к вашим услугам, садитесь, самое дорогое, много мест. Паша, сегодня не твой день, у меня дорогой такси. Подожди, хорошо. Здравствуйте, сэр, Lamborghini, садитесь быстрее. Сэр, садитесь ко мне. Садитесь ко мне. Быстрее, он плохой такси. Нет, у меня, нет. Все, платим бесплатно, пока, Паша. Сегодня мой день. Ушлепок, блин. Поломал мне машину. Увез всех моих клиентов. Ну ладно, Леха. Битва так битва. Если я в Лос-Анджелесе работать не могу, то буду работать в другом месте. А кто здесь вызывал самого элитного и крутого таксиста? А Паша Флейзинг к вашим услугам доставит в любую точку мира. Что? Так, ладно, может, я ошибся. Здравствуйте, сэр! Военные тоже. Слушайте, не подскажете, а где здесь объявление было такое? Говорили, нужен таксист, водитель. Очень хорошая зарплата прилагалась. Это как раз-таки мы писали данное объявление. Вы нам нужны, я думаю, ваши водительские навыки нам понадобятся. Отныне вы не будете ехать на этом желтом барахле, а вы будете ехать на нормальной машине. Это Хаммер. Бронированный, опасный. Что? Слушайте, я, в принципе, готов принять ваше предложение, но у вас и вертолет, и вон есть. Зачем вам какой-то обычный таксист? Что? Какой вертолет? Боже! Что? На нас пропали! Люди, стреляйте! Ёлки-палки! Что? Куда я прилетел? Новичок! Хаммер, садись и поехали! Быстрей! Какой Хаммер? Куда я отсюда приперся? Господи! Давай! Что делать? Что делать? Новичок, просто едь! Оторвемся от этого вертолета! Да куда ты так? Да я готую! Вот лишь бы по нам не попали, не запердохали! О, боже мой! Капец! Что тут у вас происходит? Какая-то войнушка, стрелялки! Боже мой! Мамочки! Боже, ёперный кокос! За нами эта вертушка! Что нам делать? Все, это нам конец! Не вешай письку, новичок! Поворачивай направо в джунгли, там мы от него скроемся! Хорошо! Боже, так тут нас не заметит, Боже мой, вообще во что я вписался? Лучше бы был под таксистом, проиграл Лёхе. Знаю
знаете, генерал, что я вам скажу? Я открыл завод кирпичей. Подождите, сэр, я обычный таксист, я никакой не военный, там, не водитель. Подождите, ну может это я... Блин, ладно. Слушайте, подождите, давайте мы все обсудим. Вы не так меня поняли, я не хочу участвовать в никаких военных действиях. Да пискля, заткнись. Почему? Здравствуйте, генерал. Как вы просили, мы нашли нужного вам водителя. Он справится с этим заданием, я уверен. Офигеть, тут, блин, военная база. Подождите, стойте! Слушайте, я, конечно, все понимаю. Ёперный кокос! Что за армия? Слушайте, генералы, кто вы там, полковники, я еще раз говорю, я как бы, ну, не водитель, я... Да мы знаем то, что ты обычный таксист. Но мы предлагаем нехилую сумму. Да и отказаться ты не можешь. Тебе надо привезти один груз на поле битвы нашим солдатам. А вот твой гонорар. Ухо! Тут сколько денег-то? Ну ладно, я тогда это забираю. Стоп! Гонорар после выполнения задания. Ну я сейчас, пожалуй, возьму. Слушайте, тут тем более кейсик-то не тяжелый, поедет за мной. Стоп, это шутка. Ну вот и все. Положи До кейс. Свидания. Пока! Хоть бы пронесло, пожалуйста! Куда? Стоять! Ой! Слушайте, с вами приятно иметь дело! Пока! Боже мой! Быстрей! Что тут? Ой, ёшки-матрёшки! Так пошли, рамик, паяки! На, получите! Ушлёпки, я свалю отсюда! Боже мой, бронежилет, спасай! Так, ладно, всё. О, боже, ёшки-матрёшки, как валить? Куда? Куда мне ехать? Так что, быстро, нафиг, налево-направо! О, вертолёт! Так что, то, что надо. Не вставай, ушлёпина! Вертолёт мой! Ха-ха! Ложки! Обманули дурака на 4 кулака! Всё, деньги у меня! Пока! Ой, так ладно, главное, чтобы по мне не попали. Давай, заводись ты, колымага старая! Ю-ху! Всё, покеда вам, паяки! А я улетаю со своими деньгами! У-ху! Вот это было Ай! Снайпнули в полёте! Так ладно, всё нормально. А сейчас главное свалить обратно в город. Так, вот так, отлично. Ну все, дамочка, я ваши чемоданчики вытащил. Все, багаж на месте. Не забудьте оценить в приложении 5 звезд Джелло. Вроде бы доставил я вас удобно. Аккуратно двери закрываем. Ну все, можем ехать теперь за следующим заказом. Что это? Ёшкин матрёшкин! Не понимаю. Паша, ты что ли? Я вышел, господи! Паша, у нас битва таксистов тогда, а не битва пилотов! Да я все знаю! У меня машина взорвалась, просто ее террористы взорвали мою лампу! Чего? Террористы? Ты что тут летаешь по городу? Ё-моё! Лёх, будь другом, одолжи машину для челленджа, в чём я капец как срочно! Стой, Паша, стой! Спасибо, Лёха! Спасибо! Отдай машину! Дамочка, пока! Удачи, Лёха! В смысле? А как я работать буду? Ох, как же давно я не катался на Роллс-Ройсе! Вот это вот дорого-богато! Ох, роскошь просто! Салон удобный, машина крутая, комфортная! Ты зарабатываешь деньги, возишь там всяких богатых людей, они тебе чаевые дают! Ох, ребят, чувствую, я сегодня реально победю Лёху! Так, ну а у меня следующий заказник – казино! Ой, чувствую, сегодня я, ребята, подзаработаю много, потому что в казино, я знаю, обычно богатые люди играют там на $1 000 000, на 2. Так, а по заказу у меня 2 человека. Вроде 2 человека. Добрый день, молодожены, молодая пара. Вас приветствует элитное такси города Лос-Антос. Так, сейчас я вам дверь открою для удобства. Так, ёлки-палки, заклинило, что ли? Это же Роллс-Ройс. Колымак, открывайся! Извините за неудобство, можете садиться. Опа! Какие люди! Чего? Парнишка появился на горизонте! Попался, да, парнишка, Паша? Какого фига ты делаешь на этом чуде? А все, у меня тачка теперь круче, у меня Майбах, целая президентская машина! Мистер, господин, садитесь, присаживайтесь, я уже вас подвезу сейчас. Чего? Давайте. Это кто такая? Понял, Паша, бизнесмен настоящий, ко мне даже садится, не то что твои бомжи вот эти. Что? Ты, какие бомжи? Это вообще-то элитные люди. Вы сейчас подождите, садитесь. Да, элитные люди.
люди, конечно. Давай, до свидания. На развалюке есть свои дальше. Иди в попу. Ладно, извините за данное недоразумение. Вы присаживайтесь. Женщина может, кстати, на заднее. Ну ты отъедь уже. Эй, дай дорогу. Я еду. Вы не обращайте внимания, там температура салона как вам, нормальная, хорошая, там может похолоднее сделать, или же музычку там включить. Вы говорите, эй, что... Паша, ты тут не один! Дай дорогу, дай отделу тебя, ё-моё! Отойди ты, ёлки-палки, соблюдай режим! Я режим соблюдаю! Да. У меня тут торопятся люди! Так не мешай моим клиентам, ты их отвлекаешь! Вот, правильно! Ты вот чё так делаешь, подрезать тебя? Советую с ним не ездить, люди! Так, ладно, не обращайте внимания, это просто это тупой человек, блин, за руль сел. У шлепок, дай, я вообще-то еду в этом направлении. Эй, ты, это я еду в этом направлении. Я еду. Уйди с дороги. Слышишь, ты, ради роста. Пошли, чем твои бомжи. Слышишь, ты пойдешь. Пошел нафиг, лимузин, блин. Не переживайте, люди, я понимаю, все нормально. Сейчас мы исправим ситуацию. Ага, исправим. Че ты, на тебе, я понял. Вот так. Ладно. Иди, паркуйся! Все хорошо, все хорошо! Я забочусь о каждом клиенте! У шляпок, иди сюда! Стреляю! У шляпок! Я сейчас все уничтожу! Уничтожу! Папа! Ай, ты какахин сна! Вот, вот, вот! Помогите! Стреляют! Майбах стал фигайбахом! У меня майбах бронированный, ничего не сделаешь! Пошел ты нафиг, бронированный майбах! Полетай там! Люди, держитесь! Ремни безопасности, присоединитесь! Ты навстречку поехал, дурачок! Ты сейчас пиндюхаешься там в кого-то! Ничего подобного! Лома! Ого! А я подумал, ну и вправду сможет залететь. Честно говоря, я еще ни разу не чинил Роллс-Ройсы. Ну сейчас я его починю, подождите. Так как... Так, слушайте, вы самый безответственный водитель. Поездка была ужасная. Вы что сделали с машиной? У нее двери теперь ненормальные. Да вообще-то двери, как у Ламборгини. Ого. Вот это да. Ну, взрывная Ламборгини. Все, я не хочу этого слушать, я сваливаю, идите нахрен. Ну, подождите, а может чаевые-то бы хотя бы, нет? Давай, ай, капец. Давай, развалюка, езжай. А это там еще кто? Едь, давай. Лёха, здорово. Здорово, я тебя отомщу, Паша, за все, понял? Ты капец, даже доехать не смог до заправки. Зашибись. Ой, это все из-за тебя, вот как раз-таки вот из-за того, что ты начал, вот это вот выёживаться. Это ты начал! Ты начал, дорогу не уступал! Ладно, все уже, машины нету. Давай деньги считать, понял? Ну давай, я думаю, я тебя сегодня победил. Вот сколько у меня денег, посмотри! Целая куча! Если быть точнее, 173 тысячи 400 долларов. Ого, это жестко. А что часы есть, смотри, мне миллионер их подарил. Я думал, они дешевые, а они стоят, оказывается, тоже примерно 100 тысяч. О! Чего? Одни часы 100 тысяч, это... Ну да, да, побольше твои вот эти 5 пачечек. Крутых ты клиентов возил, конечно, но, Леха, я не рассказал тебе о козыре, а самое главное, Кейси! Кейси? Какой? Откуда Кейс? Что в Кейсе? А вот сейчас ты увидишь, что в Кейсе. На, любуйся и проигрывай. Что? Чего? Сколько там денег в этом Кейсе? Честно говоря, я не считал, но тут вроде порядка миллиона или двух миллионов долларов. Паша, какой миллион? Какой миллион? Ты счетерил! Нельзя было так заработать много! Жульничал! Леха, а помнишь, а правила, помнишь, а? Кто побеждает, забирает все! Нет, я же столько зарабатывал! Деньги! Да, я круто! Ты, блин, Паша, как? Как он это сделал? Слушай, Леха! Столько денег зарабатывал, столько много! Ладно, я счетерил, да, ты, вот ты... Правда, заработал эти деньги честным трудом. Все, я пошел, да, пока. Я сдал, читерил. Это мои деньги. Читерил. Проиграл, понял, да? Мои денежки. Ой. Не стреляйте.